А вот и наше новое место, где мы будем жить. Замечательно. Мы сделали эволюционный скачок, и самое время обосноваться на новом месте. Добро пожаловать, друзья, это Ancestors, мы продолжаем играть, и с последней серии мы уже сделали эволюционный скачок. Правда, я его не записал, я его сделал в конце той серии, а после смены поколения решил, ну хер его, короче, ждать. Давай посмотрим, что будет. И, как мы сейчас увидим, у нас будет новое место, наши обезьяны продвинулись практически на миллион лет вперед, и мы уже живем не возле водопада, точнее возле него, но немножко в другом месте. В общем, вот такие вот у нас пирожки с котятами. Ну что ж, попробуем повыживаем дальше. Сегодня я буду без советов, сразу говорю, я не читал, специально не читал, потому что хочу попробовать не по указке, а попробовать самостоятельно. Вот как у нас получится, так и получится. Вот это что? Это похоже на кокон паутины. Посмотрите. Посмотрим, как она будет полезна. Это паутина получается, правильно? У нас этого не было раньше. Этого раньше тут не было. Беспомощное насекомое. Капис инсекта. Найдена новая еда. Ты думаешь, что можно есть? Твою мать. Оно не очень на вид хорошее. Но раз ты уже начал. Фу. Вы усвоили питательное вещество из насекомых. Универсальный метаболизм. Хорошо. Наши обезьяны. Что случилось с нашими обезьянками? А надо сделать лежаки? Слушай, у нас не очень много тут обезьян вообще. На самом деле, давай начнем с лежаков. Чтобы можно... А что ты не берешь ничего? Схвати давай. Притом, желательно сразу в две руки. А, и ветку мы схватили. Смотри, какая образота. А вон прямо стоящий в воде. Смотри, он прямо стоит. Не знаю, что он делает. Что можно делать в воде прямо стоящему? Значит, меняем руку. Бросаем вот это все дело тут. И потихонечку будем сейчас себе делать лежак, чтобы посмотреть, насколько наша эволюция скакнула вперед и насколько мы продвинулись в этом деле нелегком. Так, клади сюда. Отлично, отличненько. Так, смотри, практически готов лежак. А также я помню по-старому, что мне писали, что мы не сделали. Кстати, надо покушать заодно. Мы потеряли, кстати, много там этих незакрепленных нейронов. Ну, сейчас потихонечку по пути все увидим. А сменить руку съесть. Вроде нормально, давай. Может, пить нам не надо, как видишь, показатели у нас не меняются, поэтому в этом плане все хорошо. Вот они рвут, они увидели, что надо рвать. И каждый из этих обезьян начинает хавать. Я думал, кому сейчас дать еды? Еды дать никому не получится. Так, ищем дальше. Ищем дальше, внизу у нас интересные места. Тут надо, кстати, тоже поизучать это. Что-то я давно не играл, мы Блэрскую ведьму как проходили. О, заточим палочку себе. В принципе, по большому-то счету, все, что мы делали раньше, мы будем делать сейчас. То есть, в этом плане игра не поменялась. Эволюционируем дальше, открываем для себя новые виды. Может быть, наконец-то сможем с кем-то там поохотиться или сделать нормальную контратаку. Так. Вот проблема, знаешь, в чем была? Вот моя, наверное, и твоя тоже, что куча разных дел, и ты пытаешься отвлечься на все подряд. Этого делать не надо. Собираем листочки. Сделаем лежак. Посмотрим, насколько мы продвинулись вперед. Там почти на миллион лет, я помню, было. Начать строить. Тихо. Тихо. Спокойно. Приказать повторить. Да, все, каждый должен делать себе лежак, а хули, блядь. Все, вы организовали место для сна минимум 5 раз. Эволюция. Вот они пошли рвать листочки. Смотри, мы много с тобой потеряли. И как помнишь, у нас была вот эта вот вся часть была развита. Но я там что-то не так, видимо, сделал, но не суть важно. У нас нейроны пусты. У нас в этом плане, видишь, не очень дела. Так, еще раз покажи мне. Еще раз покажи мне поколение. Понятно, мы скакнули почти на миллион лет вперед. Достижение 10%. Вот каждая из обезьян взяла себе ништяки, и каждый теперь сидит с этими листочками. Зашибись, бля. Так, палка. Берем палку. Сейчас мы ее очистим. Не-не-не, не бросай. Я уже подзабыл, блин, как мы тут что делали. Во. Оп. Готово. Придется все эти вещи открывать заново. Ну что ж поделать. Понимаешь, если именно задротить в эту игру, то это очень много надо на это время тратить. Ну, у нас вот так. Экспресс выживание. Наши предки умели это делать. Так что эти тоже научатся. Так. Отлично.
Отлично. По крайней мере, если кто-то вдруг нападет, то мы хотя бы попробуем как-нибудь защитить себя. Во, шикардос. Шикардосина. Так, а чего у нас дальше? Где малыши? Малышей вообще нет. Слушай, у нас как бы малышей-то нема вообще ни разу в жизни. А палку давай положим, камень тоже положим. Это ты кто? Ты кем будешь ухаживать? Подожди, я не посмотрел, ты там фертильно, не фертильно. Ладно, пара образовывается, значит хорошо. Потом у нас детенышей вообще нет. Откуда нам браться новым нейроном? О, сейчас пойдем пошпохаемся, шикардос. А, не надо, неправильно. Ну, уже нет смысла, видишь, в этом деле. У нас готов лежачок. Ложимся. Зовем партнера. Сейчас делаем быстренько двух сорванцов-спиногрызов и пойдем дальше. Спаривание. Я не посмотрел, но думаю, что самка фертильна, в принципе, потому что у нас ни одного детеныша нет, так что... это значит, все заебись. Дать потомство, давай. Пропускаем заставку. Спаривание дальше. Новый детеныш, отлично. Мы его сейчас с собой возьмем и пойдем изучать наше новое место. Вон, кстати, кокосы наверху растут. Даем потомство. Я понял. Вау. Так, мелкого можно взять? Где они вообще? А, вон они, что-то их не видно было. Так, органы чувств. Детеныш со спонтанной генетической мутацией. Как тебя взять? Изучить. Нак и Цуф, иди за мной. Что-то я не могу их взять. А, нести на спине, вот. Надо еще правильно подойти, и тогда будет все нормально. Так, еда, вода не нужна. Что он и что я хотел сделать? Я что-то хотел сделать, но я, блин, палку взять. Точно. Я где-то тут выронил. Кстати, хвощ. Подожди. Нет, кушать пока не надо его. Да нет, не, в смысле? Правильно, бро. Правильно. Так, мне руку. Вот. Вот это удаление лишнего. То, что мы, в принципе, должны были сделать. Так, осмотреть. Теперь это можно использовать против кровотечения. Очень удачная тема. Об этом тоже писали. Плюс, по-моему, у Дашки на стриме мы это делали. Листья хвоща. Чудесно, можно применить. Можно себя натереть, как будто ты Палмолив, мой нежный гельф. Вот и все. Чудненько. Оформившийся нейрон. Видишь, потихонечку, потихонечку все у нас идет как надо. Так, что мы хотели делать дальше? Мы не делали с вами ограды. У нас не было, как бы, не то что возможности. Мы как-то ни разу не делали ограду. Так, давай в каждую руку по палке. И надо понять, где тут. Вот тут, наверное, сделаем. Там еще обезьяны сидят. Тут есть дерево, вот тут я поставлю. Тоже далековато, да? Во, вот тут надо пробовать. Смотри, раз. Кидай два. Кучу вроде складывает. Хорошо. Так, с деревьями тут не так-то много. Смотри, что можно сделать. Вот это, по-моему, для меда, да? Нет, не для меда, странно. Там какая-то другая лабуда для меда. Вон колючки. С колючками тоже вопрос. Так. Кушали? Приказать повторить. Как бы вроде и хорошая штука, да? Но лучше не злоупотреблять хитинами, то мало ли что с ним будет. Расстройство как минимум гарантировано. Что с колючками? Писали, что типа две руки должно быть свободно. Но пока колючки для нас загадка. Хорошо. Ну как-то оно не особо. Во. Вопрос, видишь, что это непонятно. С какой стороны подойти тоже непонятно. Видимо, мы в этом плане еще не развиты. Ладно, давай попробуем сделать хоть какую-никакую ограду. Хотя, говорят, они не особо как бы эффективны. Так, вот мои палки две здесь лежат. Сейчас быстренько пробежим. Во, деревце. Жалко, что у обезьян только две руки. Раз. Так, глаз моргнул, значит, где-то была какая-то опасность. Это херово, потому что я еще не готов к опасности. И что мы сделали? Схватить. А, руку поменять же надо. Начать строить.
Так, что-то я могу сделать. Готово. Новая постройка. Живая изгородь. Заебца. Так, надо еще сделать букву одну. И будет хорошо. Изучено новое действие строительства. Теперь вы умеете возводить постройки для своего поселения. Так, это будет очень полезно для наших, собственно, потомков. Приказать повторить. Если бы я мог им приказывать строить, это было бы круто. Так, вот этот проход, по крайней мере, мы закроем. Вот здесь поставим. Слышишь, там что-то кряхтит? Плохой звук. Плоховатый звучок. Обезьяны еще не готовы к такому. Сейчас сделаем ограду. Потом возьмем, заточим палки, потому что мне уже писали, сколько там надо. Раз в 7 ударить тигра. И тогда все будет заебца. Так, строим. Во! Но это мало поможет. Что ему мешает отсюда забежать, например? Ничего не мешает. Так-с. Теперь берем еще. Тут много, да, палок, на самом деле? И камни у нас тут тоже были. Сейчас возьмем камешек. Ляжем, поспим. Так, камень и камень. Надо будет себе заточку сделать. Это, кстати, что у нас за камень? Там не пишется пока. Это ягода, это мы знаем. Это понятно. Это тоже полезности, как вкусняшности разные. Так, подожди, стой. Брось пока камень, брось. Брось камень. Минируй руку. Сейчас мы быстро удалим. Ай. Во. Шикарно. Так, берем камешек и сейчас быстро заточим. Слушай, а уже звука нет? А, есть. Главное, что там огромная паутина. Вот это стремает. Значит, должны быть огромные пауки. Во, пошла, родная. Пошла жара. Сейчас палочку заточим. Все. Палка у нас готова. Так, палку бросай. Это бросай. Камни бери. Камень раз. И мне надо камень два. Я не знаю, что это за камни, но сейчас попробуем. А, эти так не бьются. Это не точило будет. Видишь, эти бьются немножко пожёстче. О, чудненько. Так это точило получилось, да? Мы сделали. Ладно, пока бросай, палку бери. Во, вроде бы нормально. Так, теперь надо бы отдохнуть, поспать и с новыми силами уже пойти дальше. Видишь, только серия началась, мы уже хоть что-то сделали. А где я там лежачок-то себе делал? Я уже подзабыл, бля. Вот мой лежак, его даже сразу незаметно. Лечь. Снять детеныша и давай посмотрим по эволюции. Может, мне немножко стало доступно. О, наконец-то хоть какое-то движение. Нейронов слишком мало, строительства. Это пока не надо. Анализ будет происходить быстрее. Давай попробуем. Хватит нам сил. Хватит. Это все у нас было раньше, просто мы его просрали. Надо было немножко дольше повыживать, больше детенышей сделать. Усваиваемость питательных веществ. Теперь одна порция пищи дает вам больше энергии. Понятно. Профилактику попробуем качнуть. Можно попробовать. Теперь вы дольше не восприимчивы к отравлениям и травмам. Отсюда уже идет, видишь, прокачка нового поколения. Значит, я могу качнуть и вот это дело. По идее, как, да? А, отсюда не идет? Серьезно? А мне казалось, оттуда можно. Тоже мало, видишь? Хорошо. Тут тоже мало. Но идти совсем близко, может, хватит? Тоже не хватает. Ладно, пока фиг с ним. Смотри, какие дальние у нас точки появились. Имитация. Копирует ваши действия. Вот это правильно. Это правильная тема. Так. Спим. И смотрим сны. Что нам будет сегодня сниться? Нам что-то покажут?
Так, змея ест саблезубого тигра. Добыча каких-то полезных драгоценных камней. Эти самые мамонты, по-моему, еще кто-то. Так, 7 утра, отлично. И да, вода, все вроде бы хорошо. Ну что, мы готовы идти дальше? Мы готовы покорять новые места? Давай начнем прямо с этого. Так, новое место у нас вон там есть. Хорошо. Но мы нихуя же не запомнили, конечно же, правильно? Зачем? А зачем нам запоминать новое место? Вот, теперь запомнили. Блин, стрёмно, конечно, встречать какого-то хищника, но главное, чтобы все прошло более-менее нормально. О, тут есть лианы. Какие? И водопадище. Так, и где это место? Это место там. Там лагерь, который я открывал. Кстати, туда можно было бы переправиться. По-моему, неплохая идея. Что у нас здесь? Есть кокосы, кстати. Но мои макаки, наверное, не особо умеют ими пользоваться. И хер его знает. Так, кушаем давай. Думаешь, нормально? Да, естественно. Ягоды ведь тоже эволюционировали вместе с нами. Чудесно. Ты как пошла, а? Мы даже не без проверки хаваем. Все? Надо еще немного. Хорошо зашло. Пока на первое время, я думаю, хватит. Пошли откроем какое-нибудь местечко новое, топовое. Так, что-то тут как-то все стрёмно, все это дерьмо. Подожди, а надо в правую руку. Подожди, стоп. Она нападает, по-моему, с правой рукой. Вот, прокачечка пошла потихонечку. Может быть, что-то новое найдем. Так, это хлопковое дерево. Смотри, там есть, там. Тут вот есть. Наверное, мне кажется, надо пойти направо сначала. О. Что-то мне подсказывает, что они находятся крайне близко. Поэтому я думаю, нормально будет туда сбегать. О, как залезла, а? Я что-то думал, что вряд ли получится. Но место здесь стрёмное, на самом деле. Мне как-то у водопада было безопаснее. Что это у нас там такое? Казалось бы, такие рутинные вещи, да, но все это придется делать заново. Все это надо изучать, все это надо смотреть. Это дает нам, видишь, вот такое потихонечку мы с тобой прокачиваемся. Плюс мелкий дает возможность тоже быстро прокачаться. Так, далеко оно? В принципе, нормально. Бежали. По земле лучше так долго не бегать. Вы забыли заранее запомненный предмет. О, бананы, кстати, нет? Или что это? Что это там висит? Похоже было на банан, но это не банановое дерево. А, это улей, что ли? Куда? Мать, ты чё? Что это вообще? А почему не появляется ничего над этим? А, вот есть. А, это улей, да. Всё-таки я был прав. Ладно, потихонечку, осторожненько. Значит, от холода у нас были красные листочки. Это я помню. Также тут дохера змей, поэтому лучше, наверное, осторожно быть с этим делом. Что это такое? Нету ли хищничков по круге? По запашку вроде все в порядке. Кстати, это что-то новое. Мы, по-моему, это не ели. Ели? Ну? Хватит. Я не вижу, оно крутится, да? По-моему, новое. Да, новое. Что это хрен? Это баобаб какой-нибудь? А это финики? Нихера, это вкусно должно быть. Финики и сейчас есть. Они прошли тоже 10-миллионную эволюцию, как и мы. Кушай, кушай. Срачки, надеюсь, не будут. Они сладкие, вкусные финики. О, пошла, родная. Вот это пошла жара. Неужели так много надо? Все. Это можно выбросить. А палка есть, да? Палка в какой? В правой руке, в левой? Хер его знает. Так, это листочки. Полезли. Нашим обезьянам все-таки... Опа! Как я вовремя-то, блядь, улез. Хуя себе, блядь.
Смотри, а. Сукин сын. Запалил меня? Хер тебе, блядь. Напугать, давай. А если я потрясу, на него кокосы попадают? Могу потрясти, смотри. Я зову на бошку, кокос упадет. Падай давай. Упал, но, по-моему, ничего не было, да? Херово дело. Кокосы только жалко. Так, надо отсюда как-то линять, мне кажется. Кошак нас спалил. Кошак был там внизу. Чё-то он резко сразу пропал, блядь. Так, где там новые места у нас? Подожди-ка. Там аж три новых места, нихера себе. Так, это нычка. Там, там и там. Тут наш лагерек. Подожди, там какая-то пещера, стоп. Мы этого не видели. Может, я могу сделать открытие там? Во. Полезли. Сейчас мы туда пойдем. Эти открытия очень хорошо дают возможность нам как бы эволюционировать. Дает плюс по времени. То есть все дальше и дальше. Это огромный плюс. Это охеренная тема. Но это нудно бывает местами. Как бы надо искать, бегать. Хочется иногда что-то поживее, чтобы было. Но эти места я не видел, поэтому тут играет роль то, что мы делаем это впервые. Интересно просто посмотреть будет, что это такое. Судя по тому, что я вижу, это какое-то ущелье очередное, да? Так, стоп. Где наш суперинтеллект? Сделать открытие. Да я не тукну, блин. Найдено новое интересное место. Джунгли укрытия с каскадом водопадов. Вот такие вот дела. Вот так вот оно и открывается. По идее, в этом месте можно... А мы тут, по-моему, были уже. Мы же тут открывали, если не ошибаюсь. Сюда можно перебраться всей стаей. И, например, здесь жить. Ну, кому как, опять же. Мы нашли в джунглях укрытие. Давай посмотрим, что еще интересного тут есть. Так, вон там местяк есть. Что это? Хлопок. Нам пока не надо. Что-то наша обезьяна как-то быстро устает. Так, там целых три места. Тут что? Что это? Это драгоценный камень, наверное. Так обычно показывают драгоценности. Пойдем посмотрим. Принесем, можно будет свои самочки подарить. Она нам двух детенышей родила. Да, это драгоценность, походу. Приказать повторить. Да было бы кому приказывать, бро. Пока приказывать некому. Интересные места. Так, там три места. Тут места, там места. Тут до хера всего. Блин, а наш лагерь-то внизу получается. Смотри, лагерь тут. А вот они все внизу бегают. Поэтому я могу, в принципе, сброситься туда и оставить там камешек золотой. Брульянт этот оставить, не граненый. Слушай, я вот на то дерево смогу запрыгнуть? Да, но, слава богу, не разбился. Так, хавка есть. Что там орете? Что за орвыши гор? А вот они сидят уже. Тут со стороны воды, мне кажется, кошка вряд ли придет, поэтому... Так, а где наша самка? Ну, подожди. Вот это, наверное. Нак и Цув. Да, смотри, я могу переключиться за нее поиграть. Но я, наверное, дам ей камешек. Она нам подарила детенышей. А мы можем обменяться с ней... Что это было, блядь? Ладно. Хорошо. Я не могу с ней общаться? Твою мать, что ж ты делаешь? Палка это само собой. Держи, там что у нас? А, вот. Вот. Это уже другой. Так, это пока положи, это возьми. Все. Видишь, мы свои самочки дали украшения. Это вот уже проявление, видишь, симпатии, уважения, ухаживания. Но за это очков почему-то нам не дали, к сожалению.
Так, пошли пооткрываем еще интересные места. Сколько здесь хлопка, охренеть. Так, вон там истяк есть. Тихо. Заодно и помылись. Помыться тоже полезно. О, кстати, мы же не пили воду, подожди. Мы же не пили с тобой водичку. А, нельзя, пока у меня палка в руке, я понял. Вот, можно и попить. Надобность в этом есть. Давай, родная, давай. И сколько тебе надо? Малышу там очень комфортно сзади, смотри. Все, поехали. Палочку взяли, погнали. Значит, нам с тобой надо вон туда вниз. Интересное место, на самом деле. Тут еще мне рассказывали, все есть там саванна, шмаванна. Вот это вот все интересно тоже глянуть. Есть пещеры. Тихо. Осторожно. Слушай, а что это такое растет? Мы этого, по-моему, еще не видели. Смотреть, давай посмотрим. О, это что-то интересное. Это похоже на какую-то дыню или кабачок, что это? Новая еда. Что это, африканские косточковые плоды эпохи миоцена? Наверное, это можно есть. Ух ты, там раскаты грома. Кстати, вон обсидиан валяется. Пошла, родная, пошла жара. Не, вторую не надо. Переключай руку. Опа, где-то хищник, тихо. По-моему, где-то был хищник, если не... Да. Во, бля, как он появился резко, а? Ебёныч, что ты тут забыл? Его это не пугает. Наверное, чтоб его это напугало, это надо прокачать жестко. И тогда уже, наверное, будет какой-то эффект. Так, все под контролем, все нормально. Пока живем. У нас есть чем отбиваться. Так что живем, живем и еще раз живем. Так, это финики. Это финиковое дерево, это мы видели. Где там открытие? Где там дальше? Давай, 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 давай. Перейдем эту воду? Я думаю, да. Будет сложно, но мы справимся. Давай, родной, бегом, бегом же. Странно, что типа деревья как бы скользкие. И по идее, наверное, было бы неудобно лазить. Сменить руку. Это что? Мы это ели уже, да? А, ели, да. Во, пошла, родная, отлично. Вот то, что надо, видишь? Закат у нас скоро. Так, меняй руку. Новое место здесь, делать открытие. Интересно, что мы нашли в этот раз? Фруктовый сад. Здесь должно быть огромное количество еды. То есть плюс нахождение здесь как бы есть. Хавка есть и отлично. Я хотел бы какую-то пещеру найти. Мне кажется, это было бы интересно. Но пещера должна быть, наверное, ниже. Так, фруктовый садик есть. Чудесно. Мы нашли интересное место. А вот интересных ягод я этих не видел еще, кстати. Опа, опа, опа! Тихо. А, это просто место типа неизвестное. Так, я понял. Концентрация. Плюс я слышу, как кто-то рычит. А это нихера не круто. Там тоже новое место. В смысле, это что такое? Оно тут показано? Там детеныш, что ли? Что за жесть? Там обезьяна, смотри! Я и не сразу увидел даже. Ни хрена.
Так, сейчас, подожди, надо нюх. Понюхать, посмотреть. Самка. Мы нашли самку. Надо будет ее сейчас только со страхом как-то побороться. Все будет хорошо. Так, что по интеллекту? Отлично. Так, самочка, мы до тебя еще дойдем. Мне нужно, чтобы обезьяна поборола страх. И тогда я смогу дальше что-то делать. Так, там наша. Это мы видели. Так, надо еще выше, наверное. Немножко буквально осталось заполниться, и там уже начнется все как надо. Свинить руку, ни хера себе, блять. Мы с тобой забрались. Так, а как мне теперь спуститься? Жди. Что там у нас такое? Во, давай. Все, мы побороли, давай. Борьба со страхом должна быть. Куда ты падаешь? Твою мать. Это было очень опрометчиво. Так, побороли, нет? Не побороли, видимо. Я хочу побороть страх, и потом уже заняться обезьяной, потому что немножко напрягающе. Вот, доберись до захватываемой зоны. А захватываемая зона была у нас вон там, вот я вижу. Тихо. Тихо. А, это финиковые деревья маленькие эти, блин, да что ж такое? Слушай, там добираться и добираться. Там ни хрена себе идти. Смотри. А, вот она. Давай, бори страх. Нихера себе, блядь. Нихерово мы так страх начали бороть. Уйди нахер отсюда. Да уйди ты, блядь. Сукин сын, а. Кусок дерьма, блядь. Сейчас будем искать хлопок. Но он тут, в принципе, есть, поэтому не страшно. Фу, я его путаю с кабаном. Он на кабана очень похож издалека. Так. Так. Поехали. Это пещерка. Надо будет вернуться обратно. Там же у нас как бы гости остались. И с ними надо что-то делать. Так, нужно... Концентрация. Вон она там. А хлопковые деревья были там тоже. Блин, а? Хорошо хоть не прибил. Так-то мог, в принципе, и забить. О, вот эти листочки, по-моему, помогают, да? От холода. Отлично! Давай, ешь. Давай, жри, что ты осматриваешься? Тут никого нет. Профилактическое средство. Неплохо, неплохо. Лечь спать здесь можно? Пока рановато, наверное. Самое обидное, что я потерял палку, которой дрался. Вот это херово. Вот это, к сожалению, херовенько было. Там получается как? То есть, когда мы держим А, нужно ждать щелчок и держать этот триггер в нападении, получается, в сторону этого хищника. Только тогда что-то получится. Где хлопок? Хлопочело где? Он обезьяна. Мы можем что-то ей сорвать и дать. Обычно они голодные всегда, поэтому сорвем. Сорвал? Сорвал вроде бы. Где-то тут она, по-моему, кряхтела, да? Вон она. Здорово. В смысле, блядь? Нихуя ж себе. Вот это жесткое дерьмецо. Так, уход от атаки. Быстро, 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 быстро. Нихера себе. Поймал обезьяну, смотри. Нихера, он убил ее? Она жива еще? Бегай куда-нибудь.
Нихера. Мы даем возможность ей убежать. Давай, давай, родной. Га, этого ебеныча пугай. Зиан убежала? По-моему, да. Я очень надеюсь, что она убежала. Так, давай похилимся. Давай похилимся и дальше уже будем смотреть, что нам делать. Что предпринимать в данном случае. Блять, на что опять напала? Просто мы немножко подистекаем, поэтому... Судя по звукам, она, по-моему, тоже пугает. Так, родная, сорян. У меня мелкий, мне надо на ту сторону. Она на помощь тебя зовет, да? Но я пока не извлечу кровотечение, я не могу ничего делать. Где эти ссаные штуки, блядь, эти листочки? Вот они. Сейчас я приду на помощь, не ссы. По-моему, она залезла на дерево и тоже его отпугивает. Давай, 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 давай. Залезла? И где? А, вот. Отлично. Так, значит, применить. Давай. Пошла, родная. Сейчас что-нибудь придумаем. Мне бы палку, наверное, заточить. Готово. Так, ей может это понадобиться, поэтому... Вон она, по-моему. По-моему, там какое-то движение было. Вон она. Твою мать, а? Да что ж такое-то? Иду, 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 иду. Нихера мы прыгнули. А вон, смотри, он ее загнал на дерево. Бля, у меня палки никакой... Или она напала? Нихера. Я могу напугать же, да? Давай, 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 давай. Нихрена. Ну, нихрена себе. Опять мне кровотечение. Ну, я с собой ношу эту штуку. Лечь позвать. Или, подожди, оно выбило мне из рук. Твою налево. Сукин ты сын. У меня вон валяется, смотри, концентрация. Тебе экшен. Где вторая обезьяна? Куда обезьяна делась? Либо он ее прибил, либо она где-то рядом здесь. А вот она. Нихера. Здорово. Напугать, изучить. У нее тоже кровотечение. Я могу на нее переключиться. Старшая особь-самка. Не знаю, фертильна она или нет, там не очень понятно. Но этого ебаклака, блядь, надо как-то что-то с ним делать. Схватить. Приказать повторить. Напугать можно. По-моему, ему насрать вообще. Кушай, кушай, кушай. Так, сейчас мы доедим. Нам как-то надо взять палку. И нам придется... А тут палки же есть, по-моему, на деревьях. Палки на деревьях должны быть. А камень придется взять снизу. Сейчас что-нибудь сообразим. Тут еда, блядь, еда, везде одна еда. Нужны палочки. Вон. Там есть палки. Ух ты ж, нихрена. Так, я успел? Да не прыгай ты возле не... Твою мать. Блядь, я хотел всего лишь по... в смысле? Вали ты нахрен. Так, значит, мы делаем сейчас несколько вещей. Мы сейчас пойдем подлечим ту самку, на которую саблезубый тигр напал. А тут, по-моему, еще было где-то. Это хлопковые деревья, так что, в принципе... Так, это пещерки. Укрытие. Подожди, должно быть еще. Вон еще наверху есть. Тихо. Я надеюсь, она не умрет. Сейчас мы возьмем. Если на нас никто не нападет. Так, схватить, отлично, погнали. Вот так вот. Тихо, 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 все в порядке. Нам только забраться, где она там? Она, по-моему, там где-то в уголочке сидела.
Зея была так хреново, что она ничего не могла делать. Так, сейчас найдем. Вот, слышишь, она кряхтит. Тут где-то. Сейчас мы ей дадим еды, полечим ее. Вот тут она, по-моему, да? Где ты там? Где она орет? Так, мать, ты куда-то убежала уже. А, вот она. Шикарно. Так, применить, изучить, дать. На, мажься. Вот, вот это правильно. Вот это правильно, потому что она была ранена. У нее было кровотечение, еще надо? Я же тебе дал, алло. А, вот, теперь иди за мной. Все. Теперь попробуем привести ее в лагерь. Палка у меня? Палка у меня. Но мне надо камень. Я еще камень не нашел здесь. Казалось бы, блядь, да? Найти камень. Просто обычная палка ничего особо не сделает. Максимум только может напугать, и то при удачном стечении обстоятельств. Блядь, он опять здесь. Сукин ты сын. Воу-воу-воу-воу. Нихера. Че, фонарел, что ли, ублюдок? Сука. Царапает больно. Ах ты ж собака, блядь. Нет, придется все-таки что-то с ним делать. Нихера себе, блядь. Ты чё, пёс смердячий, творишь? Полезли, полезли, полезли. Я устал уже искать эти хлопковые деревья. Да, это будет не очень долго, чувствуется. Так, я на всякий пожарный дал снова ей хлопок, потому что вижу, что она подтекает немножечко, кровушка все дела дает себе знать. А значит, тигр, по-моему, остался там, и это явно его может привлечь на эту сторону, потому что... Потому что херовато все. Мне бы попить воды, мне бы поесть, потому что... Плоховатенько я себя чувствую. Член стаи мертв. Кто-то умер. Я так понимаю, это она умерла, что ли? Я ей дал хлопок, она не успела, видимо, ничего сделать. Умерла? Вроде... А, наверное, да, кстати. Это первый раз у нас такое. Мы помогали, на нее очень много раз нападал тигр. Где он? Вот она уродила. Она на дереве умерла прям. Ни хрена себе. Я думал, она себя полечит. Они же обычно лечат себя. Блин, вот это печально, конечно. Ну, что-то хоть новое произошло у нас. Смерть в таких обстоятельствах. Осмотреть. Могу... Да не палку осмотреть. Ни хера, она зависла. Блять, опять он пришел. Да ебаный ты насос, а. Как-то она странно умерла, конечно. Я хотел просто ее изучить, потому что говорят, что можно изучать мертвых своих членов стаи, и это что-то тебе тоже дает, как бы, развитие. Все, какая дичь, блядь, он опять здесь. Она умерла вот так вот, с помощью глюка, к сожалению, я ничего не успел сделать. Фух, так, погнали. Попробуем добраться домой, потому что куча, сука, стресса здесь было сегодня. А наш дом вообще где? Так, там пещера. Тут медок. А что вообще там, по идее, да, по логике? Там мертвый член стаи. Ну, как бы она еще дома-то у нас не была, да? Мы ее помогли разок, потом несколько раз на нее нападали, и она от кровотечения умерла. Но я ей перед этим хлопок дал. Она не успела его использовать, потому что игра не поняла, что там используется анимация и так далее и тому подобное. Так, побежали. Палка есть, но мы ее не заточили. Ко мне я что-то не находил пока тут. Быстренько, быстренько, быстренько. Вот это вот хлопковые деревья. Тут много растет полезного. Камешки вообще есть? В обозримом будущем у нас. Сука, сколько лазили, камней что-то нихера вообще нет. Вообще нет камней. Вот там разве что есть. Так, где там наши бабуины живут? Это что такое? А это грибы, наверное. Да концентрируйся ты. Так, где наши-то? Наши вон там наверху. Вон там что-то есть. Тоже хлопковые деревья. А вон там камни, по-моему. Сейчас, домой еще пока рановато. Раз мы возле дома тусим, не хотелось бы сюда призывать эту тварину. Мне очень не хотелось бы это делать. О, надо поесть, давай. Хоть как-нибудь. Кушай давай.
Так, в листочках надобности уже нет. По-моему, я там видел камни. По-моему, это место можно открыть. Притом это делается оттуда, да? Вон камни. Сейчас один возьмем. Будем затачивать. Зашибись. Поехали. Я хочу хотя бы раз попасть в него. Попробовать. Блять, я сломал, сука, твою ж налево. Блин. Блин, я разнервничался и сломал эту чертову палку. Так, ну там еще есть. Блять, тут хищник рядом. А вот это уже херово. Отлично. Тут рядом есть какая-то опасность, обезьяна это чувствует. Слышь, рычит, блять. Охерительно. Охерительно, я вовремя успел наверх. Мне не хватит, наверное, выносливости. Я не очень представляю, куда мне деваться, блядь. Вон пёс этот сидит. Всю серию ебёт мозги, а? Может, я могу куда-то сюда? На пальму можешь? Ты же обезьяна! Давай. Молодец. Так, на верхушке можно сесть и попробовать заново поточить палочку себе, да? Во! На эту суку уже напасть. Ну что ж, палку я сделал. Мы, в принципе, готовы как бы к нападению, я думаю, да? Так, значит, нам было сказано, для контратаки надо зажать А в направлении врага и услышать, типа, звук, наверное. Тогда можно было бы нападать. Ну что, сученыш. Так, водички попить надо. Раз мы уже здесь находимся, сейчас попьем воды и пойдем обратно в лагерь. Видишь, серия получилась такая, что мы тупо всю серию пытались справиться с тигром этим. Так, что я могу бросить? Нет, палку бросать не самая лучшая затея была. Но ради воды. Зеленая, пить не надо пока. Ну что ж, погнали. Посмотрим, появится он, не появится. Даже, блядь, интересно стало уже. Значит, в его направлении задерживаем А. Я просто ни разу не делал этого. Мы обычно отскакивали. А натравливать его на свой лагерь я бы точно не хотел. Видишь, я хочу спать, я устал. Обезьяне наши холодны. Давай, урод, блядь, нападай. Не нападает. Вроде пока тихо. Так, наши где? Наши наверху. Я хочу, чтобы он хотя бы разочек напал, понимаешь? Потом мы уже пойдем в лагерь. Но эта же тварь появляется внезапно. Такое впечатление складывается, что он просто как респаунится, блядь. А, так мы ярусом повыше живем с тобой, понятненько. Что, гаденыш, где ты? О, я слышу его. Я его слышу, где-то рядом он. Твою мать. Вон там кто-то. Получилось? Твою мать, а что, блядь, почему? Почему не ударили его? Ёбаный ты насос, а? Понятно. Тут я понял, что мы слишком сильно хотим спать. Даже игра нам об этом сказала. По-моему, я тигра слышу, блядь. Это не очень хорошо. Я там поставил как бы... изгородь. Лечь. Давай ляжем. Давай попробуем посмотреть, что по эволюции у нас. Так, куча всего должно быть. А что у нас тут? Строительство. Предметы при помощи интеллекта. Давай посмотрим. Ситуативно, отлично. Так, развиваемся дальше. Вот это вот интересно было бы развить.
Но сюда придется качаться аж отсюда вот. У нас, в принципе, есть чем, есть как, так что действуем. Отлично, новая способность. Скорость анализа. Тебя развить пока нельзя, да? Нажмите, чтобы задействовать улучшенный интеллект. Теперь вы сможете запомнить расположение еще одного особого места. Что тут у нас? Метаболизм. Укрепление метаболизма надо бы развить. Давай. Оттуда, видишь, от этих генных идет быстрее. Отлично, быстрее восстанавливаемся. Восприятие. Пошла, 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 родная. Дальность обнаружения несъедобных ресурсов увеличена. Теперь надо посмотреть немножко в другом направлении. Что у нас тут? Выбрасывать предметы во время движения. Действие с предмет. Ну, такое себе. Уворот, вот контратаки бы качнуть было бы вот крайне хорошо. До них надо еще прокачаться, понимаешь? Тут не так все просто. Определение источника звука. Во. Годно. Что у нас здесь? Будете пугать врагов, будете бороться со страхом. Давай. Отлично. Что здесь? Адаптация метаболизма. Тут быстро оно прокачивает. Здесь не так много тратится энергии. Чудесно. Есть аж дальние вот такие, имитация. Могут копировать ваши действия. Вот эту ветку мы вообще как-то не трогали. Мне это не очень нравится. Давай попробуем. Действия с предметами. Раз уж на то пошло, то почему бы и нет. Во время движения можно менять. Выбрасывать предметы. Реакция на острый стресс. Теперь вы быстрее реагируете при необходимости уворота или контратаки. То, что нам не хватало, в принципе. Так, что тут? Контроль хватки. Не получается, надо изучить ближайшего. Отлично. Действие с предметами есть. И вот теперь, по идее, можно, да? Ну, я думаю, должно хватить. Притом из двух источников идет сразу, смотри туда. Готово. Вероятность выпадения предмета уменьшилась до минимума. Это тоже было проблемой, потому что часто выпадала наша палка, и я терялся, не знал, что делать. А способность удерживать в руках предметы в опасной ситуации — это хорошая тема. Так, строительство пока не надо. Это что у нас? Различие запахов. Чувствительность хеморецепторов. Запахи. Запахи, запахи. Это далеко, это тоже далеко. Либо вот это, смотри, сейчас пойдем. Либо вот тут. Ну ладно, давай сделаем вот эту. Вот, буквально за час можно вот так вот, в принципе, подпрокачаться. Различие запахов. Давай сделаем. Автоматически находить запахи. Чудесно. Готово. Главное потом при эволюционных прыжках не просрать все, что мы откроем. Вот это важная тема. Так, я могу еще что-то качнуть. Вот остается вот тут, и остается, по-моему, еще что-то. Так, тут закрыто пока. Здесь тоже закрыто. Ну, давай попробуем, если хватит, конечно. Это там мало верится. Но мы попробуем. Ну, полпути уже проделано, отлично. Давай, родной, давай, немножко осталось. Да чуть-чуть, блядь, там полграммульки оставалось, смотри. Не хватает немного. Не хватает, сука, чуть-чуть. До этого дела, видишь, оно возобновляется обратно. Так, надо лечь спать срочно, потому что у меня очень плохое самочувствие. Ложимся пока спать. Вот, нормализация сна пошла. Готово. Что мы видим? Мы видим, по-моему, плохую погоду. Мы видим нападение на млекопитающих. Мы видим какой-то камень опять.
Это похоже на добычу огня, но маловероятно, конечно. Вот, отоспались, только водички маловато у нас. Ну что, я оставлю детеныша, наверное? Мне кажется, надо бы мелкого оставить и пойти навалять этому ссаному льву. Как его оставить? Его можно лежа оставлять, снять. Я должен ему отомстить. Давай попьем воды. Он еле ходит. И давай. А, ты же не можешь так. У меня вроде как все нормально, но что-то я херовато себя чувствую. Да не надо тебе это положить. Вот, водичка. Вроде как от жажды не умираем. Вроде бы все в порядке. Но что-то плоховато мы себя чувствуем. Да, видишь, как пить хотел. Хули, столько крови потерял, столько нервов. Потеряли одну самку, которую не успели домой добро доставить. О, смотри, сколько ему надо, а? Не напейся, смотри. О, хорошо. Еще, видимо, немножко, и мы начали бы, наверное, умирать от жажды. Скорее всего, такая хурма бы достала. Все. С этим понятно, пошли покушаем. Тут даже плевать уже, траванешься, не траванешься. А чё все равно оно маленькое такое, смотри. Раньше ж большое было. Концентрация. Надо взять другую макаку, мне кажется. Чувствуется мне, что пора взять какую-нибудь другую макаку поиграть. Этому что-то херово, реально. Ты кто у нас? А, обменяться предметами, иди за мной. Изучить. А подожди, а как меняться? Странно. Подожди, я что-то взял, да? А, у меня вещи какие-то были. Во, переключился. Там надо было Y нажать, оказывается. Так, это можно положить. Где моя суперпалка? Моя суперпалка. Камень тебе пока схватить не надо. Давай положим его. Да бери, что ж ты делаешь-то, блядь? А, тут несколько камней лежит. Сайдовый. Так, значит, это охраняет детеныш. И сейчас мы дадим... А, у нее... Можно в другую руку? Ага, она мне дала драгоценный камень. Так, выложи его, детка. Давай лучше вот так. Да что ж ты, блядь, все берешь то, что не надо? Что-то какое-то странное, реально. Возьми, пожалуйста, палку. А, и она начала хавать. И все пошли жрать. Сменить руку. Господи, как же тут неудобно бывает местами. Дать, во. Вот теперь нормалек. А нахер тебе этот хвощ, кинь его куда-нибудь. О, встал, смотри, по водичке пошел. Пошел, пошел, родной. Все. Мы готовы. Сейчас я пойду его найду и покажу, что из этого получится. Так, ну что, пробуем. Опа! Сука, блядская, ублюдок, уйди нахер отсюда! Удар, вот это было хорошо. И кошак поскакал себе обратно. Вот это было красиво, то, что я и хотел сделать сегодня. В общем, мы разобрались, как это делать. Кошка охуительно напугалась. А нам надо найти хлопковое дерево, по-моему, вон оно. Сейчас мы подлечимся, я думаю, серию мы здесь закончим. Часик, это нормально. Здесь повыживать можно нехило. Да, нас коцнуло. Но мы живы, это важно. Я тогда теперь понял, как это работает. Это, вот это еще важнее. Так, еда, вода нам пока не нужна. Здесь точно должно быть то, что я ищу. Должно же быть. Будет крайне обидно, если нет. Потому что это хлопковые деревья. Тут должно быть оно. Эти листочки. Вот оно, скорее всего, да? Нет, это просто палки, странно. Тоже палочки, вы издеваетесь, что ли? Эта игра иногда просто, знаешь, имеет тебя во все щели. Серьезно, в прямом смысле этого слова. Там какие-то птицы. Это палки. Палочки, веточки, это не то. Твою мать, я-то думал, это то дерево. Ну, я оказался неправ. А вон внизу, походу, то, что мне надо.
Твою мать. Так, у меня защита была? Вроде жив цел орел. Как она... А, это она, наверное, обронила, кстати. Вы машете? Вот теперь должно быть хорошо. Все, друзья, на этой ноте мы заканчиваем. И если что, отсюда прям и продолжим дальше. Целебное средство. Надеюсь, понравилось. Вот такая у нас получилась необычная серия в новом месте после скачка эволюции. Так что будем играть, будем смотреть. С вами был Брейн. Всего хорошего. Пока-пока.